Национальное телевидение Чуваши и ТВН Радио представляют. Их осталось только 9. Они прошли кастинг, они показали, чего стоят. Но это только начало. Это моя первая девочка. Петь я начала с 2 лет. Понравилось, занималась усердно. Поняла, что мое, и теперь не хочу отпускать, и все. Азамат, 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 кибер-хывать. Маленькая песня – это маленький спектакль. Да, это да. История. Да. История. Мне очень нравится петь. Их ждут уроки мастеров, своя песня и финальный концерт. Лучший попадет в ротацию на ТВН Радио. Следите за успехами и переживайте каждую субботу в 19:30 на национальном телевидении. Премьера 2 ноября.